Итак, добрый день, кто к нам присоединился? Подождем пока, посмотрим. Может быть, кто-то еще присоединится попозже. Так, я немного переключу свой экран, чтобы было видно только окно презентации. Итак, уже 8 часов вечера по Москве. Предлагаю начать наш вебинар, посвященный открытому занятию специализации iOS OTUS, на котором мы поговорим с вами, как написать сетевой слой. Итак, первым делом проверяем связь. Хорошо ли вам видно или слышно меня? Если все в порядке, ставим плюсики. Итак, наш вебинар сегодня проводится на такой инновационной платформе относительно того формата, где мы раньше использовали. Поэтому надеюсь, что в процессе мы немного разгонимся. Итак, меня зовут Анна Жаркова, я одна из преподавателей специализации iOS. Преподаю на курсах iOS Advanced, iOS базовый. Мой опыт в разработке программного обеспечения коммерческое уже более 8 лет. Годы учения я не считаю. На данный момент я являюсь ведущим мобильным разработчиком компании Юстех. Компания Юстех является одним из партнеров OTUS по различным специализациям. И мы помогаем с трудоустройством нашим студентам. Я специализируюсь как на нативной разработке iOS Android, так и на кроссплатформенный Kotlin Multiplatform. Я являюсь также архитектором мобильных приложений и управляю командой направлений, веду младших разработчиков как ментор, пишу статьи, выступаю на митапах. Итак, наш сегодняшний вебинар посвящен написанию сетевого слоя. Сейчас у нас с вами проходит некоторая фаза знакомства, потом мы немножко расскажем вводно про OTUS для тех, кто не знает, что это за платформа и какова наша миссия и цель. Затем мы с вами перейдем уже к, собственно, к теоретическому материалу. И потом у нас будет небольшая лайв-практика, в ходе которой мы напишем сетевой слой приложения. Болванка приложения у нас уже подготовлена, чтобы мы не тратили время на реализацию UI. Мы реализуем сетевой слой на стандартном классическом Network Framework, также добавим LMFI и на Moya. И в конце небольшая информация о команде нашего курса и о курсе в целом. Ну и некоторая карьерная информация, которая вам пригодится, хотя все в этом мире переменчиво. Итак, по правилам нашего вебинара участвуем активно, задаем вопросы в чат. Я посматриваю чат за вопросами, могу ответить не сразу, потому что мне надо переключаться между окнами, но постараюсь именно ответить. Итак, давайте перейдем уже к фазе рассказа про нашу платформу и познакомимся с OTUS, если вы еще у нас не занимаетесь или только подумываете начать заняться. Мы являемся образовательным проектом, и как любой образовательный проект, наша миссия является повышение качества жизни, потому что чем больше уровень ваших знаний, тем лучше ваша подготовка и эрудированность, соответственно, тем больше возможностей перед вами открываются, в том числе и касаемо мобильной разработки. Не секрет, что сейчас у нас возникает большая потребность в мобильных разработчиках, но несмотря на то, что открываются новые слоты, требования к качеству подготовки остаются не меньшими, поэтому чем лучше ваше знание и подготовка, тем больше ваши шансы на трудоустройство в хорошее место и на хороший проект. Итак, OTUS является
лицензированной образовательной программой. Все программы и курсы являются программой повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Курсы у нас разработаны с учетом тренинг специалистов на открытой вакансии топовых IT-компаний различных уровней. Если говорить про нашу специализацию, мы занимаемся подготовкой как джуниоров, так и middle-разработчиков. Возможно, некоторым senior-разработчикам будет полезно обучение на advanced-курсе, потому что знания имеют обыкновение устаревать, и то, что казалось вашим сеньорским уровнем пару лет назад, может просесть, если вы не подтягивали уровень своих знаний в течение какого-то времени. Но если вы сами постоянно себя образовываете, возможно, вам стоит рассмотреть вероятность пойти к нам преподавателям, чтобы вам не было у нас скучно. В целом мы рассматриваем подготовку специалистов на все уровни. Junior – это базовый уровень, и middle senior – это уже advanced уровень. На данный момент у нас 130 образовательных программ и более 90 партнеров. В нашем штате больше 450 преподавателей-наставников. Преподаватели – это те, кто читают лекции и проводят открытые занятия. Наставники – те, кто помогают с домашними заданиями и их разбором. Некоторые преподаватели у нас совмещают и ту, и другую роль, но, как показывает практика, эффективнее все-таки их разделять. На данный момент у нас почти 16 тысяч студентов. Цифры постоянно меняются. И более 900 учебных групп. И на рынке мы уже 5 стабильных лет. Итак, после такого небольшого введения давайте перейдем к нашей теоретической части самого демо-занятия и поговорим про то, как реализовывать сетевой слой в приложениях iOS. Я проверяю чат. Так. Вижу, что к нам присоединились еще зрители. Очень рада вас видеть. Вернее, читать ваши сообщения. Что ж, давайте теперь перейдем, собственно, к нашей теории. Итак, мы с вами целью вебинара ставим то, чтобы вы смогли ориентироваться на этот фреймворк, а также поговорим про URL Session, как его использовать на практике, и про протокол Codable для сериализации и десериализации данных. Цель вебинара также у нас входит именно реализовать не только сетевой слой на нетворк-фреймворке, но LMFI и MOE. Я бы сказала так, в качестве целей мы именно сегодня освоим базис основного нативного инструментария и познакомимся с LMFI и MOE, потому что данные фреймворки довольно емкие, и одного занятия, естественно, может не хватить, охватить все. То есть мы с вами именно пройдемся по теории и практике. Итак, давайте же перейдем уже к, собственно, нашей теории. Начнем мы с вами, разумеется, с базиса, поговорим про HTTP, URL и REST API. Если мы представим то, каким образом у нас реализуется сетевой слой и что у нас идет за цель организации сетевого слоя, то, по сути, мы делаем следующее. У нас есть наш какой-то клиент. Это может быть наш десктоп, наш, ну, в случае мобильного приложения, мобильный аппарат. И на каком-то удаленном сервере лежит какой-то ресурс, который нам необходимо взять. Это может быть как какое-то изображение, контент, список некоторых данных. И по специальному адресу данного ресурса мы получаем к нему доступ и уже затем берем сам ресурс этого удаленного сервера. Этим адресом у нас является Uniform Resource Locator или же URL. Если посмотреть на структуру URL, то выделяются следующие части. Первое – это хост, основной адрес домена. Затем идут домены других уровней, которые суммарно изображают собой путь к ресурсу. Путь к ресурсу может включать как точный адрес с указанием имени самого какого-то файла и его расширения, так и скрытый путь, который просто ведет нас к некоторому псевдониму
на домене того или иного уровня. И еще немаловажная часть – это схема. В URL, которые используются для того, чтобы получить доступ к ресурсу, сейчас в основном используется HTTP, HTTPS, показывающий именно протокол доступа к данному ресурсу, протокол доступа на сети. Раньше еще был FTP для доступа к файлообменникам. И также схема имеет собой целью в мобильных приложениях распознавать то или иное приложение. То есть вы можете, задав специальную схему, создать некоторый точный адрес, с помощью которого система сможет открыть ваше приложение из какого-то другого по определенному URL-адресу. Ну, например, tell – это показывает нам, что мы работаем с номером телефона, и у нас открывается dialer, и mail to позволяет нам открыть оригинальный композер, чтобы написать, например, письмо. Также известны такие схемы, как Geo, и, я думаю, те, кто работали с картами, либо хоть раз видели документацию карт, либо планируют подключать карты, знают, что там есть определенные схемы, которые именно задают уникальный адрес того или иного приложения, например, как у Яндекс.Карт или у Яндекс.Навигатора. Когда мы обращаемся на удаленный сервер за тем или иным ресурсом, мы используем специальный гипертекстовый трансферный протокол HTTP, который у нас также показывает способ нашего взаимодействия и протокол взаимодействия. Указывается, как мы уже видели на предыдущем слайде, в части нашего URL. Когда мы взаимодействуем с помощью HTTP, мы отправляем HTTP-запрос и получаем специальный HTTP-ответ. Казалось бы, довольно просто. В теории это так и есть. Если мы рассмотрим способ осуществления того или иного запроса, то мы обязательно указываем метод, с помощью которого мы хотим произвести те или иные действия на удаленном сервере. Если мы посмотрим на эти команды, это команды GET, POST, PUT, PATCH и DELETE, то они, по сути, совпадают с командами CRUD, где GET – это получение данных по запросу или READ, POST – это отправка данных либо создание, это CREATE, PUT, PATCH – это изменение, UPDATE, и DELETE – это, соответственно, DELETE. С этой позиции очень часто встречаются решения, когда удаленный сервер, по сути, является собой не более чем базу данных, производящую некоторые действия, и сценарий именно как поступает какой-то клиент базы данных. И часто в такой ситуации редко встретишь какие-то комбинированные запросы на осуществление действий либо получение контента, и приходится осуществлять несколько запросов подряд. Но это зависит именно от реализации тем или иным бэкэндером и пониманием им самого процесса. Также, кроме того, что мы отправляем при осуществлении запроса ту или иную команду, в ответе нам придет тот или иной код, который покажет, насколько успешен был наш ответ. Помимо кода мы можем получить еще дополнительные данные, равно как и при запросе мы указываем не только URL и сам метод, но и могут быть дополнительные параметры, включая и некоторое тело запроса. Так и в самом ответе мы тоже получаем какие-то данные. Коды разделяют следующие. В основном, если это успешный ответ, то это от 200 до 400, не включая 400. Обычно используют 200, 203, 204, 201, как именно маркер того, что у вас все произошло успешно. 400-е коды нужны для того, чтобы показать, что вы делаете что-то не так. Например, 401, 403 – это проблемы с авторизацией либо отсутствие доступа. 404 – это отсутствие ресурса на удаленном сервере.
409 – это попытка создать уже существующий ресурс, вернее, его дуплицировать. 405 здесь не представлен, это несуществующий метод. Если мы говорим про 500-е, то это именно проблемы, которые показывают нам, что что-то сломалось на удаленном сервере. То есть 500-е, 503-е, 502-е – это именно проблема самого сервера, что-то там отвалилось или сломалось. Иногда встречаются решения, когда ответ с ошибкой оборачивается в некоторую обертку в виде какого-то боди и кода ответа 200. В таком случае нужно проявлять особое внимание, чтобы по протоколу вы с вашим бэкэндом друг друга понимали и не получилось так, что вы ждете код ошибки, используя либо стандартный подход, либо какой-то готовый фреймворк, а вам приходит все именно как успешная операция. И прежде чем мы перейдем к более практическому моменту, рассказываю уже конкретно про имплементацию в виде Network Framework, давайте немного еще пройдемся по последнему, но не последнему по значению элементу сетевого взаимодействия. Это REST API. REST API – это специальный вид API, где мы осуществляем запросы и получаем ответы с помощью специального структуры в виде JSON, которая представляет собой некоторую древовидную структуру с тем или иным контентом. С помощью JSON мы совершаем тот или иной запрос, отправляя ту или иную команду и параметры. Например, если вам необходимо отправить некоторое body, то оно у вас будет JSON в параметре. И также в JSON формате вы получите ответ с такого сервера. Есть альтернатива REST API, например, GraphQL, но это более хлопотное в реализации, несмотря на то, что он позволяет ограничить именно те поля и данные, которые вы хотите получить. То есть, например, многие, я думаю, видели, когда на запросе, где требуется одно маленькое поле, мы по REST API получаем довольно сложную структуру, в которую могут входить даже коды ответа, какой-то alias, адреса, который мы запросили, и прочие внутренние URL. В GraphQL позволяет нам уточнить, что мы хотим взять только определенное поле, но проблема в том, что для взаимодействия с GraphQL у вас должны быть специальным образом настроены как ваш сервер, так и клиент, и это требует дополнительных затрат на реализацию и взаимодействие. Итак, после такого небольшого введения давайте перейдем уже к рассказу про собственный Network Framework, который является именно нативным механизмом осуществления сетевых запросов в iOS. Также мы поговорим про нативный способ для того, чтобы можно было получить из определенного представления JSON именно те или иные модели данных, с которыми мы хотим иметь дело. Итак, большинство разработчиков редко имеют дело именно с Network Framework. Несмотря на то, что это является самым нативным и, казалось бы, простым инструментом, многие предпочитают и привыкли с самого начала своей работы пользоваться сторонними инструментами, например, тот же самый Moi, либо AlamoFi, и с трудом ориентируются в том, что же происходит под капотом у той же Moi AlamoFi и как работает именно сетевое взаимодействие в Network Framework. Основным элементом сетевого взаимодействия является специальный класс URL Session, который позволяет нам осуществлять различные запросы HTTP и HTTPS. Если посмотреть на его структуру, то корневым элементом его является конфигурация, в которую могут входить определенные свойства, например, настройка кэширования, работа с теми или иными креденциалами и дополнительные опции. Затем наш какой-то сетевой клиент, который, получается, является владельцем URL-сети, осуществляет те или иные запросы и получает данные либо в некоторый compression handler, либо он является делегатом URL-session
И таким образом получает специальный метод ответ от той или иной задачи, которая будет выполнять тот или иной функционал. URL Session Task является базовым классом задач, который под капотом уже реализует именно логику того или иного запроса с указанием параметров и методов. Конфигурации имеют разные типы. По умолчанию мы используем конфигурацию Default, которая позволяет все данные хранить на устройстве. И также есть Background URL сессии, которые позволяют использовать их в специальном Background моде. Не секрет, что при переходе в фон устройства iOS начинает экономить ресурсы, в том числе сетевые запросы, поэтому рекомендовано либо останавливать ваши запросы, либо, если у вас возникает необходимость отправить такой запрос, использовать специальный тип URL background сессии, чтобы получить callback об успешной операции и ваши данные не потерялись по дороге. Также есть эфемерные URL-сессии, которые являются приватными и хранят данные в памяти. Основными типами задач URL Session Task, которые мы используем для создания запросов, являются URL Session Data Task. Это самый простой универсальный тип, который используется для выполнения любых HTTP-запросов и поддерживает как работу с делегатами, так и работу с Completion Handler. Также есть типы URL Session Download Task, который позволяет нам загружать файл с сервера. Он работает только с делегатами. И URL Session Upload Task позволяет нам загрузить файл на сервер. Менее используемый URL Session Stream Task, который позволяет нам использовать некоторый запрос потока с сервера. И давайте теперь перейдем в Xcode для того, чтобы как раз начать наши практические действия. Итак, я вижу вопрос в чате от Алекса. На чем мы сегодня пишем UIKit и SwiftUI? Мы сегодня с вами будем писать базовые сетевые клиенты. Мы будем использовать синтаксис стандартный, но подключать его будем к приложению SwiftUI. Для того, чтобы погрузить и рассказать именно про то, что же у нас происходит именно в сетевом взаимодействии, мы будем рассматривать стандартное написание. Но это не означает, что данный код можно использовать только с приложением UIKit. При необходимости его можно адаптировать и к SwiftUI. Возможно, в конце мы покажем, как это можно сделать для того, чтобы добавить именно запрос в более таком классическом стиле, но так как у нас будет структура приложения SwiftUI и у нас будет специальная view-модель для работы, то это не критично. Итак, сейчас я переключу экран. Так, на какой-то момент вы видите мой OneClick, и теперь вам виден мой проект. К сожалению, сейчас я чат не вижу. Итак, что у нас с вами сейчас будет делаться? Вот у нас есть небольшая болванка приложения. Данная болванка состоит из двух экранов. Это экран списка новостей. News List View является базовым его view. И внутри у нас будет просто список новостей. Сейчас он ссылается на несуществующее свойство, мы на это внимание не обращаем, это просто болванка, заготовка. В самой модели мы будем осуществлять сетевой запрос, вернее, мы будем вызывать специальный сетевой клиент, который напишем, и затем уже данные будем прикреплять к нашему выводу. Итак, сейчас для того, чтобы нас это не смущало, мы вот это все закомментируем. Так, вернее, можно даже оставить, но тогда я создам просто здесь заглушечное свойство, которое нам просто будет давать все компилировать. Итак, что мы с вами будем делать? Я сразу расскажу и покажу, какой у нас будет API.
Мы с вами возьмем специальный API, News API. Это является открытым API, который позволяет нам создавать тестовые прототипные приложения для вывода какой-нибудь простой информации. Это просто вывод какого-то списка новостей. Ключик API у меня уже есть, он уже заготовлен. Вам потребуется для работы с этим API, если у вас еще такого ключа не завелось. Данная API является одним из самых популярных для реализации самых различных тестовых заданий. Вам придется его получить через Get API. Но это довольно простой процесс. Нам будет отдавать API вот такой список, который состоит из следующих полей. Это список articles, и у каждой articles есть определенные свойства. Автор статьи, заголовок статьи, какое-то описание, URL, URL-to-image, дата публикации, контент. Ну и могут быть дополнительные свойства, типа количество общего элементов. И, как вы видите, некоторые поля у нас опциональны, поэтому могут меняться. У меня есть небольшая заготовка моего network-конфигуратора. Это просто хранилище базового URL и моего IP-key. Для экономии времени я это сейчас просто скопирую, чтобы не выбивать ключ по единой. И сейчас мы начнем уже работать с нашим network-фреймворком. Это небольшая подготовительная фаза. Итак, создаем группу network. И в ней прописываем в виде отдельного файла наш конфиг. Убираем лишнее. И теперь уже можно приступать к нашему Network Framework. Давайте создадим специальный класс, назовем его Network Client. И в нем мы будем осуществлять сетевые запросы. В данном API, который мы работаем, с которым мы сейчас будем работать, используются некоторые элементы, обозначающие семантику списка новостей. То есть это список новостей и некоторая отдельная новость. Если мы рассматриваем приложение как нечто более комплексное, чем получение информации для какого-то единого экрана, то у нас могут использоваться сетевые запросы для самых разных целей. И писать свой сетевой клиент с узким подразделением под какой-то единый элемент не есть хорошо и правильно с точки зрения архитектуры. Поэтому наш сетевой клиент будет обращаться к ресурсу в общем виде. И мы сейчас создадим с вами некоторый generic метод, который будет осуществлять именно сами запросы. И затем мы туда добавим уже преобразование. Для того, чтобы более удобно и красиво давать доступ к тем или иным HTTP-методам, создадим специальный enum. И укажем здесь буквально пару свойств. Это методы, которые могут использоваться. Так, сейчас я проверю, виден ли вам мой экран. Так, похоже, виден. И давайте здесь мы начнем реализацию. Итак, создадим приватную переменную для нашего конфигуратора. В принципе, здесь можно использовать dependency injection, если вы пишете серьезное приложение, либо просто хранить эту информацию как вот такую вот именно скрытую, приватную, касаемую конкретно сетевого клиента. Так он у нас все равно должен быть в приложении сугубо один. И давайте сделаем специальный метод. Это будет у нас generic метод. Параметрами у нас будет путь к ресурсу. Разумеется, нам потребуется метод. И по умолчанию мы будем использовать get. Также, что у нас здесь может быть? Некоторые параметры.
которые мы можем сюда передавать. Это string-string словарь. Также здесь могут быть некоторые хедеры, но хедеры у нас получается с вами в данном случае нашего сетевого клиента указываются прямо вот здесь. Это единственный хедер, который нам понадобится. В остальном, если вам необходимы хедеры, то неплохо было бы их указать. Мы здесь сделаем пустой словарь. И также нам потребуется некоторый completion блок, в который мы будем получать наш результат. Это escaping метод. Сейчас мы показываем синтаксис стандартный для того, чтобы именно ввести в курс дела. Потому что у нас смотрят разработчики не только те, кто имели дело с этим клиентом, но и самые начинающие. Поэтому в качестве введения мы рассматриваем классический подход к датчику callback'а в асинхронных запросах. Итак, вот он наш метод, который осуществляет некоторые действия. Так, здесь мы забыли написать двоеточие, теперь все правильно. И что мы делаем дальше? Нам необходимо получить доступ к тому или иному ресурсу. У нас в конфигураторе используется базовый URL, поэтому путь к нашему ресурсу будет равен у нас выводу нашего базового URL. Проверяем на наличие здесь слэша. И теперь мы сюда выводим наш путь. То есть подразумевается, что сюда мы дополнительных слэш-символов не ставим. Теперь мы создаем URL. Мы должны, вернее, проверить, создастся ли он из того пути, который мы передаем. Если он у нас есть, то все в порядке. Если нет, то нет. Также для того, чтобы точно мы получали тот или иной результат, мы выведем это в формате result t. Поэтому здесь у нас будет return, и в completion мы получим failure, куда нужно передать ошибку. Но просто так мы ошибку создать не можем, поэтому нам необходимо добавить сюда custom error, свою какую-то ошибку, которая нам будет просто помогать выводить данные. Добавим сюда свойство message. И давайте мы в инициализатор просто добавим message. И переопределим localized message. Не хочет он, по-видимому, это нам отдавать. Ну и ладно. Оставим это таким образом. И добавляем сюда custom error. Давайте напишем empty URL. Итак, после того, как мы создали URL, мы теперь создаем специальный URL request. Создаем его как var, потому что это структура. И для того, чтобы добавить какие-то поля, нам необходимо будет менять значение. Передаем сюда наш URL. И теперь нам необходимо сделать следующее. У нас подразумевается, что будут заголовки. Добавляем их сюда. Берем их из нашего конфигуратора. И теперь для заголовка и из этих заголовков. Почему мы так разделяем? Потому что вот здесь мы сразу использовали заголовки. В качестве названия переменной мы добавляем с помощью метода setValue for HTTP header field вывод header value. И здесь у нас header key.
И теперь нам необходимо вызвать сам запрос. В качестве основного компонента мы упомянули, что это должен быть URL session. URL session мы можем получить lazy-var. Делаем для него переменную. URL session. URL session. И получить ее можем следующим способом. Первый способ. URL session shared. Автоматически мы получаем URL session как singleton. Почему singleton? И многих может смутить, почему здесь именно singleton. Ведь это, для, казалось бы, антипаттерн. Потому что смысл работы с такими компонентами как URL session, что он у вас в приложении должен быть один. Несмотря на то, что есть возможность создавать много, но по-хорошему он должен быть один. Поэтому, чтобы эффективнее управлять, нам потребуется использовать Singleton не на уровне URL сессии, а, например, сделать сетевой клиент с Singleton для удобства. Можно получить это вот так. Либо можно получить ее как URL Session Configuration. И обратите внимание, у нас здесь есть два инициализатора. Это Configuration и Configuration Delegate Delegate Queue. Причем Delegate Queue является у нас Operation Queue. Выбираем первый, потому что мы не будем работать с делегатом. Работа с делегатом потребует дополнительных условий для того, чтобы перехватить полученные данные и куда-то их отправить. Мы выбираем конфигурацию Default. Если бы мы выбрали Background конфигурацию, то нам потребовался бы еще указать идентификатор для того, чтобы в процессе эта сессия перезадавалась правильно при рестарте приложения, если бы его убила нехватка памяти. Но мы с вами работаем именно с классической сессией. Также прямо вот здесь у нас есть возможность поставить самые разные значения. То есть мы можем совершать самые разные запросы. Кстати, мы здесь можем просто даже создавать асинхронные задачки, если вы уже знакомы с структурированной многопоточностью Async Await. Либо мы здесь можем просто создавать какие-нибудь там дополнительные свойства. Но это больше именно должно быть указано в вашей конфигурации. То есть в конфигурации мы можем даже создать там политику безопасности и так далее. Ну, просто давайте вернем нашу сессию. Также нам потребуется ссылка на нашу задачу. Она у нас будет опциональная. Итак, теперь мы создаем нашу задачу для запроса как URL session data task with completion handler. И это, в принципе, все, что нам необходимо. URL request. И вот здесь у нас специальный completion handler из полей data, response и error. Что это за компоненты нашего ответа? Data содержит именно собственные данные. Но если мы получили ошибку, то данных у нас, скорее всего, нет. Если, конечно, у бэкэнда не заложена другая задача, что какие-то данные у нас могут прийти в случае ошибки. Response — это целиком HTTP URL response ответ, в котором также могут быть и данные, и сами сведения об ошибке. И для того, чтобы наша задача завелась, нам необходимо будет поставить self-task resume. Очень важная команда, про которую многие забывают. Итак, и теперь давайте проверим, если у нас будут данные. Это опционал, поэтому надо привести. То давайте сделаем следующее. Для начала мы делаем JSON строку, и мы передаем наши данные и декодируем их в UTF-8. Так, сейчас у нас... Не тот у нас прицепился инициализатор несколько раз. String Data Encoding позволит нам получить
наши данные, JSON, виде строки, и мы этот JSON распечатаем. А также для того, чтобы наше приложение взлетело на данный момент, нам необходимо в Info добавить от Transport Security Settings и разрешить Arbitrary Loads. И это позволит нам получить доступ к сетевым запросам. Итак, проверяем. Наш запуск. Сейчас мы просто получим в успешном случае именно вывод наших данных в консольку. Нет, мы его не получим, потому что мы умные, мы написали сетевой клиент, но мы не написали именно вызов сетевого клиента в нашей модели. Можно это сделать напрямую, но давайте сделаем это все красиво, поэтому сделаем сейчас специальный сервис. И некоторое маленькое подобие DI, вернее, это будет маленький ручной DI-чик, где мы с вами просто с помощью lazy переменных все соединим. Так, у нас с вами здесь будет инициализация наш network клиент. И давайте сюда добавим еще свойство var, network client. Теперь мы добавляем сюда метод loadNews. Он получит completion. И возникает вопрос, а что же за данные мы будем отдавать сюда? Ну, вернее, скорее всего, пока никаких. Потому что мы еще не разобрались, как это делать. Итак, в качестве пути, что мы с вами используем? Ну, давайте возьмем вот этот вот фрагмент и вместо Tesla давайте, например, напишем наука. Science. Параметры у нас с вами будут просто пустые. И completion у нас будет вот такой тоже пустой. Даже можно вот так вот сделать анонимизацию. Нам главное вызвать. И теперь в наш... Сюда мы добавим с вами сейчас вызов нашего DI импровизированного. Так, и нам показывает, что наш параметр не может быть вызван. Ну, давайте тогда сейчас предварительно уберем его, закроем. То есть мы пока не знаем, что это за Т такое. И здесь мы, наверное, тоже в completion просто будем выдавать тоже пустое. И вот здесь мы пока закомментируем. То есть мы пока не знаем, что это такое. Делаем наш импровизированный DI. Dependency Injection. И добавляем сюда два свойства. Теперь вот в нашей модели мы инжектим импровизированно наш сервис. И вызываем.
Мы пока ничего не выводим, но мы видим, что мы получили наши сетевые данные. Итак, это у нас данные в формате JSON. Давайте теперь посмотрим, как мы можем их привести к стандартному виду. Вернемся к нашей лекции. Итак, для того, чтобы данные были преобразованы из JSON формата в некоторую модель данных, используется метод декодирования. Для упрощения этой работы есть специальный кодабл протокол, который осуществляет собой сочетание encodable и decodable, и он имплементируется всеми моделями данных, которые мы должны декодировать. Ну, либо если бы мы, наоборот, отправляли это на бэкэнд, нам необходимо было их кодировать. Есть несколько способов кодировки. Например, если мы не укажем все поля, которые мы хотим получить, а вернее, например, укажем там 3 из 5, если там в модели 5 полей, которые приходят с бэкэнда, а нам необходимо вывести только 3, то мы получим сообщение об ошибке и попросту ничего у нас не декодируется. Поэтому для эффективного декодирования нам необходимо создать специальный enum coding keys, который является собой наследование string и coding key, и в нем мы указываем как перечень тех ключей, которые мы смотрим, так и то, как они называются в основном JSON. Также мы можем использовать для декодирования специальный инициализатор с декодером, который из контейнера будет получать для конкретных ключей те или иные значения. Либо, то есть мы автоматом, либо мы можем через инициализатор. Если мы посмотрим на наше API, то оно содержит в себе несколько моделей. Это модельки для списка новостей и моделька для, собственно, элементов. В нашем приложении у нас уже реализована моделька, которая состоит из следующих полей. Я немного скрою здесь и давайте посмотрим. Итак, это две структуры. Почему структура? Для хранения данных у нас есть две возможности в iOS Swift. Это либо класс, либо структура. Структура является неизменной. И если ваша модель данных предназначена исключительно для того, чтобы получить по сети, либо из какого-то удаленного хранилища, локального хранилища, ту или иную модель данных, просто дать доступ к ее полям без изменений, то мы используем структуру. Если необходимо что-то менять, вносить какие-то изменения, и объект обладает каким-то довольно сложными функциональным значением, у него должны быть какие-то функции более сложные, чем просто вывод тех или иных его элементов, либо их сочетания, то мы используем, разумеется, класс. Структура является у нас типом по значению, класс является типом по ссылке. При этом сами Apple с Swift 5.3 рекомендуют использовать как можно больше структур. То есть они тем самым экономят место в хипе, но перекладывают управление памятью на систему и на стек. Итак, мы здесь взяли не все поля, которые есть в самой модели данных. Мы их сделали по максимуму опциональными. И те поля, которые нам необходимо получать, мы добавили для них вот такие специальные ключи. Это у нас enum, который наследует string и имплементирует кодинги. Аналогично мы поступили и с newslist, то есть самим списком новостей, который получает список статей. И теперь давайте добавим некоторый парсер к нашему приложению. Давайте создадим специальный класс декодера, назовем его JSON Decode Helper. Его также можно сделать для упрощения синглтоном. Если мы подразумеваем, что мы его будем брать извне, а либо создать его экземпляр, например, на уровне сетевого клиента. Сделаем для него специальный generic метод, который будет работать исключительно с codable и отдавать
опционально тот или иной элемент. Так, сделаем следующим образом. Используем try catch для обработки и вызываем try listen. Мы забыли добавить decoder. Собственно, сам герой нашего повествования JSON decoder. Просто приватное свойство. Вызываем JSON decoder. И мы вызываем decode. Мы должны сюда передать вообще-то данные. Дата. Не указываем здесь тип self. А сюда мы передаем данные. Следовательно, здесь необходимо нам провести из опционала. И возвращаем это вот так. Либо мы возвращаем new. Итак, теперь вот здесь мы для того, чтобы получить конкретно тот или иной тип, мы возвращаемся к тому, что это у нас generic метод изначально подразумевался, просто мы убрали, добавляем сюда t, который будет codable, и сюда мы возвращаем result t error. То есть только в случае, когда t у нас можно декодировать, мы можем использовать данный метод. Мы таким образом его ограничиваем. Здесь мы вызываем JSON decode helper shared. Вот. И просто передаем наши данные. Также для корректности давайте сделаем их опциональными. И сделаем переменную letContent. И теперь мы здесь вызываем completion, success и передаем наш контент. Но у нас здесь вызывается некоторая проблема. Поэтому мы делаем либо st, либо мы вызываем это следующим образом, указывая, что это именно работа с нашим t. Если вы столкнулись вот с таким, что у вас generic не подхватывает, тогда можно сюда сделать дополнительно параметр, который нам позволит в явном виде передать наш тип. И после этого мы просто вот его вот так используем. Добавляем вот сюда переменную, чтобы у нас ничего не ругалось. Наши данные, и сюда мы передаем тип t. Но передается тип вот так. Убираем ненужные преобразования. И теперь передаем наш контент. Либо мы передаем в данном случае ошибку, что у нас просто нет данных. Возвращаемся к нашему сетевому сервису. И вот здесь нам необходимо передать наш completion. Вернее, можно просто вот таким образом, указывая явно, с какими элементами мы работаем. И образовать все в тому или иному типу. Попробуем еще раз это все ввести, чтобы оно у нас автоматически подцепилось.
И теперь мы проитерируемся с помощью switch case по нашему результату. Если у нас с вами case success, мы получаем news и после этого его куда-то передаем. Но это по-хорошему у нас с вами должно идти дальше. Поэтому этот кусочек мы с вами просто вырежем. Вернем сюда наш completion и вернем его вот в таком виде. News list error. Добавляем сюда наш completion. И вызываем здесь completion. Идем теперь в нашу модель. И вот здесь мы, получается, добавляем это вот сюда. И если у нас все успешно, то у нас наши айтемы, мы их очищаем. И сюда мы добавляем весь контент наших новостей. Но новости у нас опциональные, поэтому вот так мы их приводим. Если у нас ошибка, давайте просто видим ее. Итак, давайте теперь. Так, сейчас мы в явном виде укажем наш тип. И вот они, наши новости. Нам показалось, что у нас здесь произошло изменение в бэкграунд-потоке, потому что работа с сетью у нас осуществляется именно в фоне. Поэтому здесь мы должны попросту вызвать dispatch queue main async. И добавим также вот сюда. И вот здесь, где у нас был тоже вывод. Все, теперь у нас все выводится без каких-либо нареканий, доводится, срабатывает довольно быстро. Итак, давайте теперь посмотрим, что мы еще могли бы сделать с Codable. Помимо того, что мы просто добавили сюда парсинг, мы могли бы еще дополнительно использовать разные стратегии для работы с данными, например, с той же самой датой, чтобы ее форматированно декодировать автоматически. И также мы могли бы добавить кодирование, декодирование различных снэк-кейсов для того, чтобы работать с самым разным парсингом. Сейчас глянем на предмет вопросов. Вопросов я пока не вижу. И давайте теперь, после того, как мы с вами посмотрели, как работать с Network Framework, обратите внимание, данный код вы можете использовать и с UI-китом, и с SwiftUI, как мы сейчас. Давайте перейдем конкретно на работу с Moi и AlamoFi. Начнем мы, пожалуй, с AlamoFi. AlamoFi – это одна из знаменитейших библиотек для работы с сетью. Она появилась очень давно, и еще был IF Networking, который можно было использовать с Objective-C, чем многие и занимались лет 5-7 назад. После появления языка Swift в году 15 и его стабилизации в 16 году, многие библиотеки стали портироваться и на Swift в том числе, включая портирование на более стабильный третий Swift после череды резких смен API данного языка от 1 до 2 и 2.3. Это были довольно резкие смены API. AlamoFi является одной из самых популярных библиотек и представляет собой комплекс самых различных решений, которые позволяют вам с помощью специальной обертки упрощать вашу работу с сетью в разы и ускорять работу. К
К сожалению, если уж говорить так, большинство начинает рассматривать данное решение именно без знания конкретно сетевого взаимодействия. Что, к сожалению, огорчает. Хотя, если иметь довольно крепкий базис по сетевому взаимодействию, что, в принципе, у вас есть и будет после нашей лекции, вам будет довольно просто с ней работать, и вы откроете для себя довольно много интересного по сетевому взаимодействию. Так, у меня тут, похоже, небольшие проблемы с сетью. Сейчас я их поправлю. Вроде бы все в порядке. И можем тогда с вами теперь идти на подключение до библиотеки. Итак, подключать данную библиотеку мы будем с вами через Package Manager. Alamofire доступен в различных вариациях. Это и кортеж, и поды самые различные. И также есть самые различные версии Alamofire. Кстати, если говорить про то, почему не везде используется LMFA, это связано именно с безопасностью, потому что различные решения, которые требуют контроля, например, те же самые банкинги, они ориентируют на то, что для осуществления этого контроля, максимальной открытости, вам необходимо использовать собственную реализацию на стандартных фреймворках. А здесь же вы, к сожалению, не можете проконтролировать, что как конкретно работает. То есть вы можете столкнуться с чужими багами. И, в принципе, в случае с работой с LMFI очень были, например, проблематичные ситуации, когда требовалось мигрировать с третьего до четвертого LMFI. Версии были не все стабильные. То есть какая-то третья была стабильная, когда какая-то четвертая нестабильная. И затем уже в пятой довольно много было изменений касаемо синтаксиса и общего сетевого взаимодействия. Поэтому проще, конечно, работать с Network Framework. Если вы посмотрели внимательно, здесь не только про инсталляцию, но и подробно разбирается, как работать с аутентификацией, если требуется, загружать, скачивать различные картинки, ну и, разумеется, как делать простые запросы. Давайте мы сюда добавим Alamofire. Добавляем библиотеку в наш проект. И у нас добавилась LMFI версии 5.6.1. Итак, что нам здесь потребуется сделать? В LMFI есть довольно интересный механизм доступа к сети. Сейчас мы с вами сделаем отдельный сетевой клиент. Назовем его LMFI Network Client. В принципе, для случая, когда мы используем различные сетевые клиенты, я бы предложила использовать какой-нибудь общий протокол и фабрику. Но у нас здесь несколько различные могут быть параметры, которые мы передаем, поэтому давайте смешивать не будем и сделаем все по отдельности. Добавляем сюда вызов пакета LMFI. И внутри этого класса у нас с вами получается, также вызывается наш сетевой клиент. И также нам здесь потребуется создать некоторые запросы. Запросы мы можем делать следующим способом. Первое – это через сессию. Второе – напрямую через AF и request. AF, по сути, является у нас некоторым синглтоном для доступа к какой-то уже сконфигурированной сессии. Давайте попробуем через сессию. Делаем ее через Lazy War.
Это у нас наша session. И теперь мы ее создаем. У нас также потребуется для нее конфигурация. В принципе, это используется именно URL session конфигурация. То есть тем самым мы видим, что по сути механизм, который... Давайте добавим сюда еще тайм-аут. Так, почему здесь URL session? URL configuration здесь должен быть. Так, URL configuration. Session configuration default. И вот здесь мы, например, ставим timeout. Request, ну, пусть будет 300. И отдаем здесь session, который уже берет в себя нашу конфигурацию. То есть мы видим, что это некоторая обертка вокруг network framework. И давайте сделаем наш запрос. Что нам сюда понадобится? Да, в принципе, то же самое, что мы использовали в network клиенте. То есть у нас будет какой-то там путь, какие-то параметры, пока это сделаем вот так. И давайте вызовем это. Например, мы можем это сделать вот так. Специальный AF. AF это у нас как раз вот reference to session default. То есть мы можем это сделать именно через AF, либо вызвать нашу сессию и также через нее сделать специальный request. Давайте выберем вот данный метод. Тут довольно много различных способов совершить запрос. При этом convertible это по сути наш путь. Интерсептора никакие мы указывать с вами не будем, но нам потребуется метод, параметры и указать именно тип кодирования. Итак, первым делом мы должны указать наш URL. К сожалению, у нас здесь нет возможности сразу указывать базовый URL. Вернее, в качестве какого-то параметра мы должны так же, как и в данном случае, его создавать. То есть вот он наш будет. Просто здесь указываем наш URL pass. Также теперь мы указываем метод. Это get метод. И также у нас с вами здесь потребуются наши хедеры. А хедеры у нас являются специальные HTTP-хедеры, которые на вход принимают, например, словарь. В качестве словаря мы используем наш config get headers. Получается даже попроще. И теперь нам необходимо указать что мы с этим делаем. То есть мы с вами просто делаем некоторый респонс. И в этом респонсе мы будем как раз делать наше комплексное декодирование. В принципе, мы могли бы сюда передать какой-то специальный десериализер, но можно делать и по-другому. Итак, давайте здесь мы получаем наши данные. Это дата. И что мы можем из этой даты получить? Мы можем получить результат, дата, error, error и дата. То есть, по сути, дата это у нас даже является некоторым комбинированным вариантом. Давайте напишем на response. И давайте мы укажем здесь, что это switch response. И в case... Скажем, чем у нас респонс является. Так. У нас поставляется респонсом. То есть результат мы могли вот так вот по нему пройтись. Давайте сделаем так. Switch. Response. Result. Если у нас с вами case success, мы с вами получаем дату. Не обращаем внимания на Xcode, поскольку 14 стран себя вообще видят в принципе. И вот здесь мы можем все это обработать. То есть если мы сюда, например, добавим completion log с скиппингом,
и передаем сюда result t какой-то error. И передаем сюда void. Сюда мы передаем просто t и показываем, что это код был, потому что мы должны это декодировать. Ну, мы должны уже произвести некоторые наши действия. Так, дата у нас с вами является просто датой. Поэтому в случае в этом мы должны дату перевести в дату. И теперь мы получаем наш какой-то контент. Sundecoder Hebel. Дату передаем. Ну, в принципе, можно даже было не экранировать. Давайте вот так вот это сделаем. Дата. И в качестве типа будет tSelf. И теперь нам необходимо это вызвать в наш completion, в success. Так. И вот так вот мы это перекинем. Здесь у нас получается ошибка ifError. И мы ее сюда просто передаем как failure, потому что это тоже обычная ошибка. Так, ну и в принципе получается готов наш вызов через Alumify. Есть у нас довольно здесь много опций. Например, мы сейчас выбирали response, но мы могли бы, например, вызвать... Кстати, здесь можно указать нашу очередь, где мы вызываем это все или куда мы отдаем. Респонс сериализации и, например, там респонс JSON тоже как вариант. То есть довольно много здесь методов интересных есть. Сейчас немножко заглянем в... Так, я вижу два запроса в чате. Здравствуйте, Анна. Какой ОС надо для занятий на курсе? Как проводят занятия в облаке без Xcode в облаке? Для того, чтобы вы смогли делать домашние задания, вам потребуется все равно приобрести, получается, лицензию разработчика Apple, если у вас нет. В принципе, сейчас есть обходные пути для ее приобретения и оплаты, то есть это у нас все равно доступно. Либо можно повести себя не совсем легально и поискать что-нибудь на торрентах. Как бы... До того момента, как все стали покупать макбуки и ставить на них Xcode, все прекрасно писали на VMware и скачанных с торрентов ресурсах. Если говорить про версию операционной системы, то получается, что там Big Sur, то, что у нас была 13-я версия, либо Ventura можно брать уже. Потому что, по сути, единственное, что можно установить в Ventura, это то, что вам придется ставить Xcode 14, а он немножко с проблемками. Но это так всегда бывает, и мы ждем следующую стабильную версию с исправлениями, поэтому все будет хорошо, рано или поздно. Итак, то есть по-хорошему лучше всего убрать самое стабильное. А стабильность всегда является предыдущая версия. Если у нас идет свежее обновление. Свежее обновление – это у нас получается октябрь. Сейчас у нас начало ноября, поэтому смело берите Big Sur. Итак, давайте теперь мы вот этот вот Alumify клиент, мы можем его вызвать, ну, например, также добавим наш DI. И вызываем именно его создание. В принципе, можно было бы прямо в этот сетевой клиент его сразу и прописать. Но у нас здесь с вами он завязан на по DI на другой тип. Поэтому давайте просто... Вот, хотя мы можем все-таки... Что мы с вами здесь можем сделать? Ну, по сути, давайте все-таки сделаем некоторое обобщение. И вместо do request просто напишем request и сделаем с вами некоторый все равно протоколец. И с его помощью будем
как-то перенастраивать наш клиент. Так, и теперь мы вот сюда берем вот этот метод, здесь прописываем в нашем протоколе iNetwork клиент, который у нас работает с any object. И сюда мы вот так вот прописываем его реализацию. Убираем все значения по умолчанию. И подключаем его вот сюда. Аналогично сделаем вот здесь. И вот здесь мы в нашем сервисе. Давайте сделаем так: iNetwork клиент. И вот так вот по фабрике мы вызываем. Так, ну и мы должны здесь, получается, давать метод. Метод у нас с вами будет букет. Что мы еще забыли? Мы забыли заголовки. Давайте мы их просто уберем. Не будем их использовать никаким аргументом. Они настолько сбивают. Так, убираем заголовки. Лишнюю запятую. Убираем их из сигнатуры вот здесь. Так, и теперь у нас все должно работать. А давайте немножко заглянем в наш TI и просто вместо сетевого клиента здесь передадим LMFI, сетевой клиент. И все работает абсолютно прекрасно. Мне кажется, оно тоже отработало быстрее, наверное, за счет того, какой тулинг используется в той же самой LMFI под капотом. Итак, и в заключении мы добавим еще более сложный инструмент. LMFI, как мы видели, очень производительный. Скорость, которая у нас отработала, она несравнима с тем, что происходит у нас при сетевом взаимодействии. Но единственная, конечно, проблема, не знаю, решили они сейчас ее или нет, у LMFI не все так хорошо с фоновой работой. Поэтому для фоновой работы придется все равно как-то делать свои какие-то костылики и настраивать это нативными путями. И есть еще одно решение, которое использую под капотом LMFI, это мое. В отличие от LMFI, которая представляет собой настройку фреймворка над нетворком, Moya является собой целый сетевой слой вашего приложения, который вы можете уже строить куда-то там, в зависимости от своих пожеланий. Они даже на это указывают, что вот это готовый сетевой слой, берите и пользуйтесь. То есть вам не нужно делать вот так, просто берете и встраиваете мой. Ну, честно говоря, я все равно предлагаю сделать специально сетевой клиент, который будет эту мою как-то инкапсулировать. Давайте посмотрим, как это можно сделать. А также у меня здесь есть довольно богатая документация. И давайте попробуем установить нашу мою с помощью тех же самых пакетов. Пока ставится у нас мой, посмотрю еще раз наши запросы. Так, вопросов у вас новых пока не было. Так, вот у нас получается наши пакеты для мои. Мы можем выбрать комбайн мою и просто мою. Давайте их выберем. RX мы с вами брать не будем, потому что обойдемся без этой реактивщины. Итак, для того, чтобы нам реализовать работу с мой, давайте сделаем специальный,
Давайте назовем его тип Моя Network Client. Пока не будем в нем реализовывать тот протокол, который мы собрали общий сетевой клиент LMFI, добавим нашу мою. И теперь нам необходимо сделать специальный сетевой запрос, не специальный NAM сетевых запросов. Ну, пусть он будет называться GetNews. И теперь данному энаму нам необходимо добавить специальный target type, протокол, который нам позволит создать специальный Moya провайдер, с помощью которого мы будем осуществлять запрос. По сути, это обертка над оберткой и над оберткой. И теперь давайте создадим все заглушки, которые нам необходимо заполнить. Вот они, наши все заглушки. Итак, наш, получается, конфиг. Добавим его некоторой синглтонности для удобства. Ничего страшного, что он у нас используется и в других местах тоже. Просто конфигурация, которую мы сейчас вот здесь видим, она показывает, что, предположим, если мы будем делать такие таргеты для каждого подраздела, то нам придется все равно где-то делать единый экземпляр для нашего конфига. Итак, берем Network Configuration и берем из него GetBase Shared и GetBase URL. Далее, хедеры у нас тоже будут так, вот он наш просто string, но нам необходимо это превратить в base URL. Так, для этого мы делаем следующее. Возвращаем URL со стрингой, куда мы передаем вот этот URL. А в качестве хедеров мы берем так, ну, нам придется здесь, правда, учитывая, что здесь может быть краш, и поэтому необходимо будет предусмотреть какой-нибудь загрузочный, заглушечный компоненты. Так, давайте вернемся здесь. Давай наши хедеры. И теперь возьмем сюда кусочек нашего пути из нашего сервиса. Как мы понимаем, здесь нам получается необходимо использовать все. Возьмем только вот этот вот фрагмент, потому что иначе он работает неправильно. У нас будет с вами метод get. И теперь необходимо сделать таску с параметрами. Потому что здесь у нас идут некоторые параметры. Указываем здесь параметры cool и science. В качестве энкодиков мы берем URL encoding и query string. Ну и в принципе это довольно просто и практически готово. Так, теперь мы должны создать специальный провайдер. Вернее, это будет у нас специальный даже сервис. Где мы первым делом создаем наш специальный провайдер. Не забываем подключить сюда мою. И указываем здесь созданный нами
клиент, мой network client. Также сюда нам потребуется добавить плагины. Например, мы хотим выводить наше логирование. Network Logger плагин. И вводим его configuration и инициализируем ее как purpose. Да, очень такое длинная инициализация нашего провайдера. И теперь мы здесь сделаем метод loadUse. И вызываем в нем наш request, куда передаем наш getNews, и в completion мы как раз все и получим. Получаем некоторый результат. И нам необходимо его проитерировать. Если он у нас успешный, это response, то нам необходимо сделать следующее. Получаем данные из респонса. И теперь мы делаем некий контент из них. Передаем данные. И далее мы передаем наш тип. В данном случае мы все делаем явно, поэтому newsListCell достаточно будет. Так, здесь у нас получается, что это не опционал. Тут выбираем скобки. И делаем некоторый вывод ошибки. В качестве нашего completion блока мы используем result news list error и выводим. Передаем нашу ошибку, а сюда мы передаем наш успешный результат. Теперь мы добавляем dependency injection в наш новый сервис. И возвращаем его. Так, теперь мы должны вызвать этот сервис в нашей модели. Давайте добавим сюда теперь require news мой сервис. Это мы закомментируем. И вызываем наш load news. Можно вот этот кусочек прямо сюда скопировать. Так, здесь немножко скобочку поправим.
И вот так вот. Да, вот здесь. Ну, давайте проверим, что получилось с мой. Вот они, наши данные, тоже пришли довольно быстро. То есть, в принципе, у нас получается, что Моя и Аламафай, они довольно быстро отрабатывают именно за счет того, что очень много работы делается под капотом. Но в Мое довольно неудобно то, что трудновато ее, с одной стороны, настроить так, чтобы она была минималистичной и переиспользуема. То есть там много довольно приходится делать повторяющегося кода, но с другой стороны это довольно мощный инструментарий. Давайте еще немножко здесь преобразуем, сделаем еще один метод. Load news, и пусть он у нас с вами будет асинхронный. И теперь нам необходимо вернуть специальный task continuation можно сделать просто. И вот здесь мы с вами делаем continuation. Сюда мы делаем сейчас нашу оберточку. Получается, вот она, continuation. И нашу continuation мы с вами получим вот сюда. Resume is, получается, у нас здесь success content. Ну, а здесь получается with failure мы это все дело возвращаем. То есть вот мы делаем оберточку для асинхронности. Так, что у нас получается? Так. Давайте просто сделаем здесь news list, поменяем тип вывода. А вот здесь мы сделаем так. Поменяем, как было. И здесь мы сделаем resume returning news list. Да. Здесь мы делаем following.
Так, давайте сделаем здесь ничек-то из throwing continuation. Так. И не забываем здесь await. Так, ну или я не хочу с вами делать. Да, тут небольшое нужно преобразование ошибки для мои. Так. Все-таки здесь сделаем просто newslist error, потому что она у нас значит, теряется. Continuation resume throwing. Ну пусть будет custom error message error class description. Ну сюда просто передаем контент. Итак, вот они наш вывод. И давайте теперь вот здесь мы вот это закомментируем и просто пометим как main actor метод. То есть мы вернем это все в наш task. И вот здесь мы, получается, вызываем useMoyService. Load news. Let data равно await smooth. И теперь получается self items remove all и self items append contents of data articles либо вот news item. И вот он наш вызываемый метод. То есть можно даже оборачивать и в новый API. И в принципе это все, что мы с вами должны были выучить на нашем занятии. Давайте вернемся в презентацию и немножко резюмируем, чему мы с вами выучились. Итак, мы с вами достигли цели, то что мы освоили Network Framework, познакомили вас с URL Session и его работой. Также мы рассмотрели, как сделать LMFI и MOE сетевой слой. И в том числе посмотрели, как можно преобразовать это в более современную отдачу API. Я проверяю ваши вопросы сейчас. MOE выглядит замудренно. Что запутывать, немного вначале его использовать, как я понял по эфиру. Будет ли запись? Да, запись, сказали, выложат на YouTube. Так, сейчас... И проект, да, мы тоже его пошарим, ссылку на него на GitHub, передадим через методиста. Так, секундочку, переключаемся в более удобный вид.
Да, мы переключаемся пока. Ссылочка на YouTube-канал также будет выдана вам, методистов. Теперь давайте немного поговорим про наш курс. Также я сейчас пошарю вам ссылку на опрос на наше занятие. Так, сейчас мы сразу это все скинем. Так, сейчас мы... Так, ссылка будет приложена потом методистам. И давайте теперь поговорим про конкретно нашу команду ОТОС. Итак, мы представляем специализацию. В нашей специализации есть два курса. Это курс iOS Advanced для middle или сеньоров. То есть в зависимости от подготовки он может подойти и сеньорам для подтягивания знаний. Но целевой именно middle. Базовый курс у нас рассчитан на junior-разработчиков. И, вернее, он может помочь вам стать junior-разработчиком с нуля. Для начала обучения вам потребуется либо лицензионный компьютер с macOS и Xcode. Вам придется для некоторых возможностей все-таки оплатить Apple Developer Account, чтобы мочь полноценно дебажить на устройстве. Apple, к сожалению, обрезает эти возможности при работе в эмуляторе. И этого будет, в принципе, достаточно. Junior у нас стартует 30 ноября. В базовом курсе мы с вами изучаем как основы Xcode, так и самые различные моменты, то есть в том числе как делать как работать с многоточностью, делать сетевой слой, использовать различные инструменты, вы сможете защитить свой проект. И также мы хотим сюда включить небольшую часть, посвященную Swift UI. Middle ступень у нас с вами стартует именно со Swift UI Combine. И сначала разбирается именно на ней, потому что подразумевается, что к тому моменту вы уже хорошо знакомы с UI-китом, и пора бы осваивать Swift UI как более что-то advanced, и он как раз подходит для... Как раз хорошо идет именно после UI-кита. Сам по себе он может быть сложноват и труден для усвоения. Далее, более advanced мы подходим именно по работе с потоками, с написанием сети, также у нас есть работа с нейронными сетями, и у нас есть пара занятий, подключенных на кросс-платформу, и, например, тот же самый JPEG Pool, чтобы быть в курсе, как можно эффективно использовать ту же самую мультиплатформу, и для этой же мультиплатформы потребуется Compose, который, по сути, является конкурентом Swift UI. Занятия у нас с вами проходят 2 раза в неделю, и длится у нас курс 5 месяцев вместе с проектом. Тут есть у нас как раз некоторые данные по перспективности направления. В целом, если говорить так, то цены и количество зарплат, количество вакансий все время меняются, но не сильно в худшую сторону, я даже сказала, не в худшую сторону. И все зависит от вас и от компании, в которую вы трудоустроитесь. Нашими партнерами являются довольно много компаний, в том числе Wildberries, Тинькофф, Юстех, Яндекс, Эйби, Авито, Озон, Альфа-Банк, МТС и многие другие. Это более 90 партнеров. Также у вас на курсе будет специальный ментор, который вам будет помогать реализовывать домашние задания. Не значит, что он за вас будет все это делать, но он вас будет направлять и курировать. Нашими преподавателями довольно много. У нас есть руководителем базового курса является Антон Муренко. Я Анна Жарко. Я преподаю на курсе базовый и advanced. Маргарита Жарихова преподает также на курсе базовый. Алексей Пантелеев является руководителем iOS Professional направления. Павел Плотников преподает на advanced курсе. И Николай Бакланов преподает как на базовом, так и на advanced уровне. И совместно и мы с ним оба проводим занятия про Kotlin Multiplatform. Также Николай может
вас направить по Flutter. Так, ну и немножечко давайте добавим карьерной информации. Сейчас мы тоже перевернемся к нашей презентации. Сейчас мы немножко тут поменяем. Так, да, все видно. И давайте немножко карьерной информации. Итак, на данный момент у нас динамика рынка такая, что снова требуют iOS-разработчики, они востребованы, их нужно много на многие проекты. Найм вернулся, и у нас сейчас довольно большая потребность в iOS-разработчиках как junior, так и middle уровня. Но, разумеется, конечно, если вы middle senior, вы на работу найдете быстрее, но джуниоры сейчас тоже нужны, потому что джуниоры могут быть джуниорами по опыту именно в годах, но по навыкам могут вполне заменить хорошего мидла. Поэтому чем лучше и крепче ваш базис, тем увереннее вы и быстрее вы развиваетесь, и тем меньше вас займет путь от джуниора до мидла и от мидла до сеньора. В целом, мобильная разработка, она сейчас очень хорошо оплачивается, то есть это востребованная работа, и это то, что именно окупает ваше вложение в саморазвитие. Если говорить про требования с касателем уровня junior, вы должны иметь крепкий довольно базис по Swift и iOS. Вы должны понимать, как проходит управление памятью в iOS, и также неплохо бы знать классические алгоритмы и структуру данных. Это больше относится к принципам программной разработки, но это все равно полезно, это спрашивают на собеседовании. И начиная с джуниора, даже стажера, в любом случае вам необходим английский язык, хотя бы чтобы вы могли читать техническую документацию, потому что большая часть ее именно на английском языке. Middle разработчик, он должен быть более подкован, чем junior. Его базис должен быть более прочен. Он должен знать уже не только простую многопоточность, но и ориентироваться в структурированной многопоточности, реализовывать различные архитектуры мобильного приложения. В большинстве своем, кстати, это и джуниорам потребуется, но это они осваивают в процессе работы. То есть код мидла он должен быть более четкий, точный, чистый и менее багованный, ну так ожидается, чем у джуниора. И в принципе это все, чем мы хотели с вами сегодня поделиться. Большое спасибо за внимание. Ссылки на проекты вам скину. Так, вопрос про Objective-C. Знаете, смотрите, на некоторых проектах это все еще требуется. Но я бы сказала так, это требуется, если вы идете в проекте, где нужно четко знать какие-то алгоритмы, например, это какие-то обработки звука, изображения, алгоритмы какого-то отбора, какого-то подбора, например, там генерации чего-то. Для этого необходимо понимать и Objective-C в том числе. Но в большинстве своем это, скажем так, рудиментарные знания сейчас. Так, мы тогда через методиста пошарим ссылочку на GitHub проект. Сейчас я могу даже скинуть. У меня есть тут небольшая заготовка. Сейчас я его скину. Вопрос про тяжело ли вкатиться джуном. Все зависит от вашего упорства, старания и базиса. То есть чем больше вы будете вкладываться в свое обучение именно в плане того, чтобы осваивать какие-то новые темы, отрабатывать их на практике, тем вам будет проще вкатываться в ту или иную ступень. Поэтому это всегда вот так.
Так, большое спасибо за внимание. Приходите на наше занятие, мы вас научим и не такому. Будете хорошими разработчиками и точно найдете себе работу. Большое спасибо за внимание. Ссылки будут пошарены, все записи будут выложены. До новых встреч!